Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Антон Чейз. И вот не знаю, видно вам или нет, но сейчас 7:30 утра. Кто-то идет в школу, в институт, на работу, а мне вот не спится. Не спится мне, потому что я думаю о ней. О жопе, в которую я загнал Брэдфорд после последнего видео на последнем стриме, который закончился буквально 3-4 часа назад. В общем, если вы помните, как выглядела турнирная таблица в прошлом видео и видите, как она выглядит сейчас, совершенно разные ситуации. И сегодня мы доиграем до конца сезончик, и развязка обещает быть голливудской. Приятного просмотра. Ставьте лайк, подписывайтесь. Стрим шел весьма и весьма неплохо, то есть начали мы здесь, и 2 месяца мы не проигрывали, но потом, как я и говорил, ситуация в таблице настолько плотная, что буквально пару неудачных матчей, и все. У нас в какой-то момент отрыв был очков 7 от третьего места. То есть мне без разницы, что первое место, что второе. Главное выйти напрямую, потому что еще 46 туров в третьем дивизионе. А я, между прочим, от армии по сердцу не пошел. Так что от этого мне это лишнее. Остается 5 матчей. Сегодня мы их и сыграем. Из-за того, что у нас большущие проблемы на всех фронтах, мне приходится как-то изгибаться и такие вот неадекватные схемы выставлять на матчи оставшиеся. Очень короткая скамейка запасных. Всего 2 игрока можно туда засунуть. Если что, я не могу засунуть на скамейку запасных ни Палаверсу, ни Дрейера, никого угодно, потому что это ограничение по арендам. Я бы с удовольствием имел бы своих футболистов, да, не арендованных, хоть каких-то, но не магроши. Поэтому с Бартоном сейчас будем играть. Ну, вот так. Нет, Бартон 15 место занимает. Должны побеждать, наверное. Два запасных. Что же нам игра хочет показать? Защитники мои вроде бы неплохо. Что за вратарь? Блин, стадион такой желтый у них, у этого Бартона, как будто его собирали из конструктора Лего. Опять этот кипер длиннорукий. Секундочку, небольшая пауза в игре. У меня в академии появился, вы не поверите, вратарь. Где он? С ростом 2 метра 7 сантиметров. Я такого не видел вообще 1000 лет. Настоящий великан. Роб Робертс. Еще из имя-то какое, прям как из какой-то детской сказки. Добрый великан Роб Робертс. Ну это серьезно, это странно. Но лучше бы рождались хорошие игроки, чем вот это вот все. Статистика за нас, но голов пока что. А нам очень нужны голы, потому что видите, что табличка такая, что вот сейчас вот забьем гол и сразу первое место. Не. Вы не представляете, Я бы сейчас мог спать, спокойно мог спать, но какой спокойный сон, когда команда в такой ситуации. Чё, блин, 3 в 2. Гонсалвиш, братишка, умеешь простреливать? Нет, о чем я вообще говорю? Эта ничья, она может очень сильно аукнуться. Я не хочу в плей-офф, я не хочу. Просто хочу выйти спокойно с первого или второго места, ведь мы этого заслуживаем. Ай, как все тяжело, сука. Если сейчас, конечно, Джонсон не осенит на нечто эдакое. Нахера ты? А, почему от подката ушел? Было бы пенальти, ты что такой честный, что ли? Килман подает. Этот вратарь. Почему? 20 ударов по воротам, половина из них в створ, 0-0. Это просто топчик, потому что на следующий матч у нас один запасной, потому что Люсьена Авана сломали. И все, в общем, да, с одним запасным. Сейчас будем играть с Портсмутом, который находится на первом месте, на секундочку.
Что я... Нет, конечно, можно поставить на скамейку Ваганыча, но он как бы, ну, не совсем, да. То же самое с Хендриксоном, а никого другого на скамейку я поставить не могу. Окей. Вот, чуваки, просто гляньте на это. Это настоящее олицетворение нашего сезончика, потому что вот сидит команда соперника, запасные соперника, там 7 человек, как положено, и тупо сижу я с одним запасным, не знаю, может, какие-нибудь шутки рассказываем друг другу, как там выходные провели. Это просто жесть. Ну, а тем временем Гордон выходит один на один и не забивает. Портсмут, братишки, вы же так молодцы. Поддайтесь нам, нам очень надо. И вместе выйдем. Я вам даже потом подарю 6 очков в чемпионшипе. Просто жуб даю. Гонсалыш навешивает, но... Но там нет Ваганыча, который хорош в верховой борьбе. Лонгриш просто в центре событий. Это гол, но я ничего не буду говорить, радоваться. Окей. Просто молодцы. Я узнал, как по-английски постараться. Strive. Boys, let's strive, please. No. It's no надо. Это не надо. No. Thanks you. Thank. Сука. Мы в жопке. Как можно было так добить? Дать? Кё, ребята. Так, вы что задумали, ребята? Не надо. Не. Иначе я выпущу своего запасного этого стопса. И уж он-то... Кстати, это новичок команды. Я его на полгода подписал зимой. Ну, чтобы хоть кого-то можно было из своих на матче заявлять. И вот он мой. Вот он мой Джокер в рукаве. Нет, не так, отмена охрана, отмена, так, делаем вот такой вот мув, потому что Лонгрич хоть и отдал голевую, но на футболиста он не совсем похож, поэтому сделаем вот так. Наверное, ничья с Портсмутом, который в лидерах, это было бы норм. Портсмут, солнышки мои, не надо так делать, не надо. Я вас там Клозе, я смотрю, играет, вы что, в пакцах его поймали, в фифе, хватит, нет. Эна Бакхаре, братан. Вот это хорошо было, вот это хорошо. С меня после матча там, в общем, это, ну, в ресторан, конечно, не поведу, тут маленькие зарплаты в Брэдфорде. Но, в общем, чебупели тебе куплю, как минимум, Фленнеган. Блин, если мы забьем, сейчас просто пойду в окно, закричу, Брэдфорд чемпион. Стопс, Меллар. Нифига, он там где-то, это финт был или какая-то кочка помешала игроку Портсмута? Меллар, Джонс, ну... Он забил. Он забил. Брэдфорд чемпион. Так, все, доброе утро. Дому сказал, можно сказать. Ладно, в принципе, я не знаю, сколько можно шуметь. Сейчас 7.49. Вот, пожалуйста. То есть, начало видео было в 7.30, сейчас 7.49. Чтобы вы не думали, что я меня переигрываю. То есть, каждый матч занимает там минут 10. Между ними прогрузка, да, и там, ну, остальное я вырезаю, то есть. Окей. Победа! Ну шо, пацаны, за 3 тура до конца мы идем на первом месте. Но я вообще не чувствую никакой уверенности в своей команде. Тем более отрыв, ну просто, ну такая милиписька. Ох. Поздравьте меня на матч с Уикамбом. Я смог наскрести аж целых 3 запасных. Так, если мы заработаем очко, мы сыграем в плей-офф, но плей-оффом сыт не будешь. Почему-то, как только я начал лажать... Нет, ну не надо. Викам, подстань, перекладина. Почему-то, как только я начал лажать в концовке, все мои соперники резко стали только победу штамповать. В итоге все меня догнали. Какого хрена игра? Почему? Постараться. To strive, boys. Ну... Послабее нужно было бить. Конечно, послабее. Джек Граймер. Граймер такой был покемон, состоящий из грязи. Сейчас из грязи состоит моя оборона просто какой-то. Ну, кто это? Палмер Браун? Ты вроде бы скилловый парень. Как ты мог позволить вот этому чуваку себя так легко
Так, ну что, мы в говне, ребята, мы в говне. Ух, ух. Это что за Усейн Болт у них такой? Ой-ой-ой, это еще и красно. То есть мало того, что так футболистов там штук 10 на команду осталось, так еще и наши умудряются красные получать. Офигенно! Ну, молодец, поздравляю. Сейчас матч с Сандерлендом, в принципе, если мы проиграем его, то, ну, шансов попасть, зацепиться за первые два места не будет 100%, поэтому будет забавно, если Сандерленд разобьет наши последние надежды. Ну что ж, погнали. Тут как бы идет матч с Сандерлендом, но первый тайм вообще прошел без моментов, поэтому мне нечего было вам показывать, но вот вроде бы... Вроде бы да, вроде бы мы там, где и были. Мы в жопе с такой игрой. Добсон. Линдон Гуч. Старый мой знакомый. Навешивают гол. И похоже это все, дорогие друзья. Похоже нас ждет плей-офф. Да, именно оно. Он не забьет. Ну, парашютиком в FM бить не умеют. Поэтому забейте вообще. Теоретически у нас есть какой-то микро-шанс занять второе место, но для этого нужно Портсмуту проиграть, а нам забить кучу голов, чтобы была лучшая разница, чтобы еще и Сандерленд проиграл, и Лутон. В общем, матч с Колчестером, можно сказать, никакого уже не имеет значения. Но давайте посмотрим его. Красивый гол, окей. На турнирную таблицу смотрю, вспоминаю ничью с Бартоном, веселюсь. Да, этих двух очков нам хватило бы, потому что по разнице мячей мы были бы выше Сандерленда. Какая же жопа. Ну что ж, друзья, поздравляем Портсмут с победой. Два очка. Бартон! Сейчас узнаем, с кем нам играть в плей-офф. Короче, вот сейчас серьезно, 3333 лайка, и я начну записывать плей-офф. Понятно вам? Ясно? Нет? Шутки в сторону. До этого я в FM не зайду. Но как только наберется 3333 лайка, окей. До этого я буду под одеялом плакать и на лицо себе писать, потому что ничего другого я пока что не заслужил. И в полуфинале мы сыграем с Лутоном. Оба раза мы их обыгрывали, что, ну, как-то немножко приободряет. Но форма команды в последних матчах совсем меня не приободряет. Было бы неплохо выйти, потому что, ну, я говорю, еще 46 туров в третьем дивизионе. Нет, этого я не переживу. Всем удачи, всем пока, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И не забывайте заглянуть в закрепленный комментарий и забрать бонус от наших друзей. До скорых встреч.